Russians watch video with Putin's lies. I think this is what the video is called. What video did we show them? This video. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. It's actually not the full video. Link to the full video will be in a pinned comment. And also, he said that we didn't have troops in Crimea. But then he said that we did have them. Literally. I hope you have another minute. Let me tell you about ground news. The US found evidence that Iranian troops are assisting Russian drone attacks in Crimea. I discovered this in an app and website called Ground News. Ground News compares thousands of media sources and allows you to read them in one place. Let's take a look at the article. In Ground News, I can see that this news has been covered by 187 media sources. The bias distribution of the sources covering it is primarily at the center, and the factuality of the sources covering this news is quite high. I can also compare the headlines of these sources from left-leaning sources to center and to the right, and I can see the difference in language that they use. I can also search for a specific article and see how different sources covering this story. One cool feature about this application is that I can use the map feature and see, like for example, the Netherlands, and I can see what's going on in the Netherlands basically, right? So join me in being better informed on the issues that's happening around Russia, Ukraine and the world at ground.news/1420. Check it out for free or subscribe for unlimited features to see past propaganda and spot media bias. Извините, опрос снимаем, вот у москвичей. Самооборона. За спиной носил самооборону. Давай я тебе объясню политику Путина, политику... всех... Я всегда был за Россию и за свой народ. И Крым мне вообще-то не нужен. Я туда никогда не был и не ездил. Он мне вообще не нужен. У тебя есть курица? Не, не курю вообще. Ну так что думаете? Да, подожди, стой, дай. Россия давно признала. Вот, ну что думаете? Путин наш президент. Как думаете, почему так резко мнение у него все менялось? Что он говорит, что никакого раздела там территории не будет, ничего присоединяться к России не будет. Слушай, время идет, и все меняется, как, собственно, и у всех. Да, и опять же, когда ты об этом говоришь 10 лет назад, и там со стороны, да, там, других стран, как бы одна позиция, и когда ей наступает сегодняшний день, и другая позиция, поэтому у него мнение меняется. Как бы, если бы сложилась ситуация, да, и мы бы с вами там были бы гражданами Америки, да, и там, когда вот творится полный беспредел, возможно, допустим, если применить это на Россию, у нас бы такого не было, он бы там задержался долго. А здесь немножко обратная ситуация, и все-таки, ну, согласитесь, мы с вами живем хорошо, и у вас есть и еда, вода, и тепло, и вы по-прежнему можете пойти в магазин и взять все, что вам угодно. И как бы да, есть подорожание, но есть подорожание цен, оно каждый год есть. Поэтому... Хочу, чтобы вы меня так, услышали. Ну это я все видел. Видели уже? Да. Ну и какое ваше мнение? Вот почему у нашего президента так резко и постоянно менялось мнение? Ну, потому что, скорее всего... Да, потому что когда он открывает рот, он все время врет. Мне кажется, натура такая. Натура? Да, ну типа... Врет и не стесняется. Наоборот, это себе. Ну а какого черта он тогда наш президент до сих пор? Вот мы слишком поздно спохватились. Ну а как так получилось, что он до сих пор наш президент еще? Народ не готов пока менять власть. Все зависит все-таки от нас, а не от того, кто
сидит на кресле. Мы просто позволяем это делать, и все. Граница сегодняшней Украины. Ну, прямо сказать, я равнодушен ко всему этому, и меня это не касается, по сути. Я в целом против всегда был войны, но я не знаю там, конечно, всех подробностей. То, что творилось на Донбассе, ДНР и ЛНР, вся вот эта штука категорически мне не нравится лично. И я считаю, что мы отчасти сделали это, что правильно вмешались, но не таким жестоким способом. Мы могли все решить гораздо мягче и дипломатично. Просто я могу ошибаться, но в Донецке, в Луганске вот все эти боевые действия начались только после появления российских войск там. Не совсем. Но там давно это было, мне рассказывали, как их бомбили. У меня сестра с Донбасса, двоюродная, вот. Она рассказала, как я, там ВСУ их бомбили, и поэтому здесь Украина была не права в данной ситуации. Донбасс бомбили? Бомбили. Там же мирных жителей бомбили? Бомбили. Они бомбят по мирным жителям. Для же, ну, и так сами воюют, и так сами воюют. А они там так. Ну вот, если бы, например, наши войска вообще не оказались бы в Донбассе, их бы бомбили? Бомбили бы, конечно. Все равно? Все равно. Постоянно. Я даже не... В целом, я в политике не особо и разбираюсь. Мне это мало с ним интересно. Я даже не знаю, почему. Я политические темы не комментирую. А что так? Российский солдат. Я некомпетентна в этом. Силы самообороны. Но здесь, короче, суть в том, что постоянно вот у нашего дорогого Владимира Владимировича меняется мнение. То есть он сначала говорит, что там никаких войск нигде не будет, вот их вообще нет. Он говорит, что мы этого и не отрицали. Я далека от этого. Я считаю, что у каждого может быть своя политическая позиция. Я просто не разбираюсь, и поэтому никак не могу ничего сказать. Ну, это же на вашу жизнь влияет. Я живу своей обычной жизнью. Вот не думайте, что мы все так начнем думать, что да ладно, не надо в эту политику лезть и будем как в Северной Корее жить. Нет, ну пусть этим занимаются люди, которые в этом разбираются. Я как обычный обыватель хожу на работу и живу своей жизнью. То есть как бы меня, возможно, это и коснется, но тогда я буду предпринимать что-то уже по мере поступления. Но... В общем, грубо говоря, пока для вас и так все норм. Ну, нечего беспокоиться лишний раз. Ну, как? Беспокойство, конечно, есть, но я на это, вот я лично, как не могу на это никак повлиять, поэтому что мне делать? Ну, так... Знаете, так многие политики выражаются, и у всех меняется ситуация в мире, и меняется мнение. Типа, исходя из этого, как бы никто не знает, что будет завтра. То есть могут только предположить, получается. Ну, слушайте, по крайней мере, нас все ненавидят, а когда вас ненавидят, это значит, что вам завидуют. Типа, значит, вам нужна какая-то потребность в нашей стране. И мы должны защищать свою страну. И он делает все, чтобы у нас была как минимум безопасность нашей страны. То есть Путин сделал так, чтобы нас все ненавидели, чтобы нам Нет, все завидовали? Нет, он не сделал так, чтобы нас ненавидели. Так просто произошло истечение обстоятельств. Потому что, ну, так совпали какие-то факторы, типа. Вот. Но это очень долго, очень много, короче, можно об этом говорить. Но там были, ну, вырванные контексты, которые... Типа, если вот тогда была, допустим, такая политическая позиция, да, в мире, тогда он говорил так, потом произошло что-то другое, конечно, он изменит свое мнение. Я вообще считаю, что мы топим, вот. Конечно, то, что война — это плохо, но русские вперед, Путин лучший президент мира, вот, да. Путин красавчик, дай бог ему здоровья. Вот, надеюсь... Мне будет что-то за это. Я уже больше не могу смотреть. Почему? Потому что надоело это вранье. Ему давно пора уже побороть свои имперские замашки и оцелетворять себя с Россией. Он не Россия, и Россия от него уже давно устала. Благоразумная часть страны. И я думаю, что ему пора уходить, и ну, это уже просто какое-то лицемерие и двуличие. Ну как так получилось, что он вообще у нас до сих пор сидит? То есть вот мы... Потому что люди
которые застали Советский Союз, абсолютно все устраивают, они хотят его вернуть. Их, мне кажется, достаточно много. Я не думаю, что пора просто выключить телевизор, вот и все. Вот поэтому он и остается.